Ну что ж, 6 июня, фабрика Никитенко, и мы черенкуем сирень. Уже неделю черенкуем, на самом деле, не первый день. Вот смотрите, какой черенок, много вопросов задают по черенку. Как правило, получается одно междоузлие, но вот этот сорт «Огни Донбасса», да, у нас. Здесь короткие междоузлия, поэтому два получилось на одном черенке. Мы ставим в новые кассеты, ну, в новые кассеты для сирени, я имею в виду, с боковым проветриванием, под этим прорезыванием, будем пробовать в них. Опыт уже был в прошлом году, он успешный, небольшой был опыт. Вот так вот уезжает у нас в теплицу, как обычно. Сирень, культура достаточно с большой листовой пластиной, поэтому мы ставим через один. Видите, вот так вот мы ставим через одну ячейку, и для сирени это комфортнее. Напоминаю, что в первый год мы не ждем от нее приростов, мы ждем хорошего качественного укоренения и заложить новые почки. Но укореняемость по большинству сирени очень высокая, поэтому как раз, чтобы в апреле следующего года она классно стартанула у нас в теплице в этой ячейке, мы вот ей оставляем побольше пространства, потому что приросты очень быстрые, мощные в апреле она дает до момента посадки. Вот. Ну и еще там есть несколько секретов. Секрет рассказывать не буду, мы их еще проверяем. Но все, стартуем сирень.